Набор осуществляется по 10 дисциплинам. Brawl Stars, Clash Royale, CSGO, общий и женский составы, Dota 2, FIFA 2022, Hearthstone, League of Legends, Rocket League, StarCraft 2 и Valorant. Говорящим показателем в ходе отбора станет рейтинг в игре. Brawl Stars 25 тысяч кубков и выше, Clash Royale 6 900 кубков и выше, CSGO 2 500 ELO и выше, Dota 2 5 000 MMR и выше, Hearthstone – ранг легенда для стандартного режима, 6000 плюс рейтинга для режима Battlegrounds, League of Legends – ранг золота и выше, Rocket League – ранг чемпион и выше, StarCraft 2 – 3500 MMR и Valorant – ранг Ascendant. Киберспорт активно развивается в КФУ на протяжении последнего года, с тех пор, как киберспортивный клуб стал частью спортивного клуба «Казанские Барсы». Действительно, по многим направлениям развиваемся, и руководитель спортивного клуба Настя Журавлева очень активно работает, очень много ребят подключились. Молодой актив такой собрался, который и выступает на очень высоком уровне, и регулярно себя показывает на крупных всероссийских турнирах, постоянно тренируется, это очень круто, поэтому развиваемся. Ближайший крупный турнир Московской студенческой киберспортивной лиги стартует 17 октября. Командный зачет по нескольким дисциплинам Dota 2, CSGO, LOL, Valorant и Hearthstone. Ребята 17 октября будут выступать на Московской киберспортивной студенческой лиге. Это главный всероссийский турнир, который есть по киберспорту. В нескольких дисциплинах каждый год студенты со всей России, кто круче всех занимается киберспортом, в нем играет. И вот мы даже на спартакиадах, такой анонс небольшой сделаю, и на спартакиаде первого курса уже киберспортивные дисциплины вводим среди институтов, факультетов, чтобы ребята не только в составе сборных тренировались и готовились, но и между факультетами тоже могли сражаться в киберспорте. Я стою в женской сборной по CSGO, играю уже около 3 лет плюс-минус, но в сборную попала только недавно, в прошлом году. Изначально хотела попасть в мужскую сборную, но, к сожалению, туда набор очень тяжелый, поэтому создали женскую сборную. Я написала организатору мужской сборной, и позже мы с ней вместе создали женскую сборную. Сейчас активно останавливаемся после лета, поэтому в скором времени будем тренироваться где-то 2 или 3 раза в неделю. Напомним, что ранее студент 2 курса юридического факультета Казанского федерального университета Аяс Ахмедшин по версии Forbes стал одним из самых успешных молодых киберспортсменов. Он попал в лонг-лист российского рейтинга 30 до 30 в категории «Спорт и киберспорт». По призовым он входит в топ-10 игроков Valorant. Карина Саяхова, Универньюз.